Всем привет! Я в магазине «Цветочный склад». Они получили уже новый завоз. Шикарный просто в этот раз. Посмотрите, какая красотища. Сколько всего. Я быстренько сниму, у меня времени нет. Но очень красивые сорта. Очень. Это что у нас тут? Красивая прям. Рыжуля шикарная. Вот такой беглип чудесный. Желтенькая. С яркой губой. Много нежности. Вот такая вот. Красавица. На Magikarp похожая. Только губа, посмотрите, какая яркая. Вот такая вот. Вот такая красавица вообще, потрясающая красоты цветочки. Вот такая. Вот такая. Обзор делает, иди сюда. Вот такая. Алик, иди. Цены поднялись в связи с долларом, да? Да. И в связи с тем, что, наверное, 8 марта. Вот такие минички потрясающей красоты, все свеженькое. И вот такие кашпо у них. По феопидилу. Вот такой чудесный. Посмотрите, какая красота. 1500 такой. Роскошные синглы. Мне кажется, что это и есть сугуюкидан, потому что усы белые. Вот она, вот эта полоска, про которую я вам говорила, как блюдца, плоские они, 2000 стоят. Кстати, фирма моя, одна из самых любимых, Optiflor. Так что, девчонки, бегите, кто хотел за этими цветочками. Вот тут минички тоже потрясающей красоты. Очень-очень красивые. Вот эти вот прям милахи. Сейчас я вам так сниму. Вот такая красотища. Красотища, просто красотища. Еще вот здесь вот стоят тоже красивущие, желтенькая. Желтая вот такой краб, она прям огромных размеров и большой очень язычок. Вот такая вот красавица. Посмотрите, пенив тоже есть. Вот такая вот чудесная с рыжей губой. Боже, какой выбор. Так, стоимость показываю. 1500 эти. Дальше пойдемте. Вот такая красота. Общим планом показываю. Крапушки. Желтая. Желтая прям яркая. Наверное, Asian Coral. Вот это. Такой коралловый цвет. Вот. 2000 такие. 2000 эти орхидеечки. Здесь еще шикарный беглип, очень красивого цвета и тоже крупненький прям. Смотрите, какая красотища. Здесь море голубых на подарок орхидей. 2200 они стоят. Вот тут вот очень красивый на Magikarp похож, но он немножко другой. Шикарный цвет, смотрите, какой глубокий. Очень красивая. Вот эта красавица. Вот эта. Тут каждая красивая. Вот эта. Желтенькая. Вот такой вот расцветки. Вот такой вообще потрясающей красоты. Все. Глаза разбежались. Такая полосочка. Смотрите, тоже красивая. Сейчас. Желтенькая. Розовая нежность. Посмотрите, какой интересный. Вот такие я люблю тоже орхидеи, которые каждый цветочек будет индивидуален. Потрясающая красота цветов. Просто бомба. По 2000 эти девочки. Вот такая вот красота. Вот такая. Тут вообще очень огромные, наверное, королевские орхидеи. Вот многие путают их с югиданами. Они огромные тоже, ветками. Высокие, 2700 они стоят. Но это не юкиданы, а просто красивые большие белые цветы, королевские.
Вот тут вот потрясающей красоты цимбидиум. Посмотрите, стоят они 3000. Розовый. Вот такой вот зелененький. Там бутоны. Не долезу, наверное, камерой. Сиреневые такие, может, вот тут получится. Вот цвет. Еще один розовый. Вот, кстати, сиреневый. Сейчас я вам покажу. Вот, вот такой красавчик. Еще один розовый. Громадные они. Полноразмерные взрослые растения. 3000. Смотрите, какие огромные. Вот моя рука. И вот их всегда бульба. Шикарные. Ну и на подарок вот такие вот, смотрите, чудесные формы. По 2000 тоже. Кому-то вот там, мамам, своим женщинам, девушкам тоже. Вот здесь вот по 1300 в уголочке. Приходите. Вот в угол прям заходите, в самый конец, по 1300. Это еще со старой партии закупка еще была при прежнем долларе. Смотрите, тут биглипчики тоже. Приходите за ними, прям несколько штук. Вон они. И вот эта вот орхидеечка тоже кого-то ждет. Посмотрите, губа какая красивая. Все в пятнышку. Манхэттен, скорее всего. Ну и здесь вот целый стеллаж, в общем-то, туда вот уходящий. По 1800 орхидейки. Я уже не буду их все снимать. По 1800. Вот. Вот шаг сделала. Как не снять? Вот посмотрите, какой биглип. Очень красивый. Очень их тут два. Вот там вот что-то фэнси, по-моему, стоит. Девочки фэнси. Чудесная орхидея крупноцветковая. Вот тут вот тоже красивый цветочек стоит. Вот этот прям крупный, очень красивый. Так, вот такая насыщенная однотонная. Вот такая тоже еще с биглипчиком. Какая губа, да? На фоне яркости. Губы такая нежная расцветка орхидей. Ой, вот это вот тоже мне нравится. Угу. Вот тоже интересные расцветки. Прям интересные, интересные. Такой красивый. Тоже. Вот этот тоже красивый. Еще один биглип. Вон еще одна фэнси стоит. Ну, тут, в общем-то, уже повторяться пошли, наверное. Сейчас быстренько так пробегусь потихонечку. Розовая. Ой. Вот такая интересная тоже. Беленьких много. Это крупноцветковая. Цветочек крупный прям. Так. И вот такие вот стоят дендробиумы цветущие. Очень красивые. Цена 1800. Так. Это я вам показывала с прошлого обзора. А что нового сейчас? Вот эти вот. С пацифилом мы получили они. Женское счастье по 600 рублей. И вот чудесные мандаринчики. Такие красивые, красивые. Прям деревья. Но цена тоже. Смотрите, 4000. 4000. Красота. Вот это вот что-то такое красивое, яркое. Очень много пальм. Прям вот заросли. Высокие. Для предприятия, мне кажется, чудесно. Это, наверное, азалия. 3400. Все на бутонах. 5400. Боже, что за цены. Да, очень дорого, девчата. Что-то как-то... Все хочется, но все капец как дорого. Вот эти вот красивущие. Смотрите, какой цветок красивый. Не знаю, что это такое, но просто потрясающе. 1700. Цена тоже потрясающая. Вот это вот что-то красивое. 900 рублей. Ромашечки. Наверное, ромашки это. 800 рублей. Вот красивая какая.
Чудесное, просто чудо. Вот еще тоже типа такой, только оттенки другие. Вот еще яркие. Вот эти мне понравились, они стоят 500 рублей. Вот эти еще симпатичные, можно на подарок. Вот эти очень красивые тоже букетики. Цена 1000 рублей такого букета. Они в горшочках будут долго, наверное, цвести, распускаться. Ой, желтая какая. Смотрите. Прям прелесть, прелесть. И беленькая, нежная. Ну все, всем пока. До новых встреч.